Всем привет, это Паша на связи. Я хотел сделать видео по компасу, по нисходящему клину, который мы получили сигнал, только что GBP-USD. Первый сигнал пришел. Вот. GBP-USD на 15 минут выставили. Выставляем на 500 долларов лотность 0.1. И получается, мы находимся по нисходящему клину очень даже хорошо внизу. Если смотрим, мы по самым нижним точкам находимся. Очень выгодно заходить в данный момент. Сейчас я сделаю, немножко нарисую, как я клин видно. Вот он, клин. Да? Вот. Сейчас сделаю быстренько. И нижнюю точку, да? Вот нижняя точка вот у нас находится вот здесь. Очень, очень выгодно сейчас как бы на бай сделать. Я ставлю на бай. В принципе, все. Я поставил на buy, ставлю на 5 пипов вверх, 5 пунктов вверх. Это 50 пипс. И на этом работа наша закончена. Так, что нам дальше сделать здесь? Показать вам стоп-ласс, как ставится. Да? Сейчас я сделаю на 4 часа, чтобы можно нижнюю точку видеть. GBP-USD, да? Будет 150. Ну так, надо на час поставить, чтобы было понятней. Вот, спускаем стоп-ласс на 150. Вот примерно вот здесь будет 150. Все. 15 минут возвращаемся. Значит, смотрите, по support line он как бы мы очень в хорошем внизу очень хорошо выгодно купили. Теперь надо выждать только, чтобы он выстрелил вверх, и мы вышли по 5 пипов. 5 пунктов, 50 пипов. Это 5 долларов от сделки. Так как это 500 долларов счет, мы выставили лотность вот с левой стороны 0.1. И также можно... Вот здесь на кнопочку нажимаем, и получается, можно ставить на buy и sell. Опять же, напоминаю, descending wedge всегда на buy. Ascending wedge всегда на sell. Так как это descending, вот, нисходящий клин, мы на buy поставили. Очень даже неплохо получилось. Здесь у нас сразу можно было выставить и забыть. Вот будем выжидать, чтобы он ушел вверх. Тут всегда можно поменять пароли на счет. Старый пароль ставите, вставляете и меняете пароль свой, чтобы, если вдруг вы хотите этот счет запомнить, ввести на телефон, то тоже можно поменять пароли. Всегда мы вносим здесь. Так что мы попытаемся вот это объяснить. До конца уже, как мы работаем, да, с компасом. Опять же повторюсь, что этот сигнал был descending, это нисходящий клин. Мы купили по самым нижним точкам. Когда он пришел, как раз он здесь был. Даже чуть-чуть больше спустился. И мы взяли сделку на buy. Descending – это нисходящий клин на buy. Выставили 5 пунктов, 50 пипс выставили take profit, и 15 пунктов или 150 пипс поставили stop loss. Я так обычно делаю, чтобы вдруг валюта опустится больше, чем надо, он всегда разворачивается и закрывается в плюсе по 5 пипов. Но даже если мы открыли 20 сделок, и одна из них ушла по стоп-лассу, это ничего такого страшного. Хотя вот в данный момент можно стоп-ласс уже планировать двигать вот сюда где-то. Вот. Это всего лишь будет 4 пипа. Можно его оставить здесь.
уже передвинуть. И со временем, если у кого-то есть время и хочет больше заработать, чем 5 пипов, хотя нет смысла, потому что время на это нельзя тратить. Здесь должно на автомате все быть. Пришел сигнал на телефон, поставили с телефона buy или sell по сигналу, и все, забыли. Пришел опять сигнал, опять выставили другую сделку. И всегда 5 пипов, 5 пипов, 5 пипов. За день набегает неплохо. А для тех, у кого есть время, конечно, неплохо. Вот смотрим, что по моим прогнозам, как бы эта валюта должна достичь, ну, в этом районе где-то 100 пипов. 100 пипов должно достичь, это 10 пунктов. И триллинг стаб, вот этот стоп-ласс, да, снизу, можно всегда его передвинуть выше линии, чтобы защитить наши деньги, знаете. Пока мы оставим внизу его. Как хотите, я могу оставить 10. Я для себя уже вижу, что он может легко здесь сделать и 10, поэтому оставлю 10. Ну, реально, ребята, если хотите не сильно тратить время на это, покупаем на нисходящий клин самый нижний, что можно, да, позицию взять самый ниже по выгодной цене и поставить 5 пипов и забыть. Тогда у вас не наберется много сделок, они быстро будут закрываться, и постоянно 5 пипов зарабатываем. А в итоге за день, знаете, набегает очень много. Представьте, $500 вам зарабатывают $50 в день. Это 10 сделок, всего лишь 10 сделок поставить. Это примерно 10-15 минут в день работы. Вот. Мы почти, вот сейчас я даже посмотрю, если он достигает 5 пипов, сейчас посмотрим. Вот 50 пипов вот здесь будет, 5 пунктов вот здесь будет, вот видите, вот здесь. Ну, мы оставим 5 пипов все-таки, да? Не будем жадничать, потому что на телефонах и с одной минутой работы 5 пипов – это отлично. Просто на телефоне не всегда определишь, нет времени, чтобы куда же поставить этот take profit. Может поставить его 10 пипов, может поставить его 6 пипов. Поэтому я думаю, что дубликация должна быть такой. 5 пипов, 5 пипов, 5 пипов и все. Все, мы вышли из сделки. В прибыль $4.80 чистыми получилось. Сейчас посмотрим историю. Ну, $5, но из-за физ получилось 4,80. Вот, наша сделка закрыта, ребята. Все, посмотрим сейчас. Global Star Club. Возможности безграничны.